Приветствую вас, меня зовут Илья Цимбалист, я интернет-предприниматель, работаю в сфере удаленного обучения Яндекс.Директу. Занимаюсь этим уже порядка 5 лет, профессионально, с полным погружением, с пропусканием через себя всех технических аспектов этой работы, естественно, это связано с хостингом, и я перепробовал порядка, наверное, 10 разных хостингов за время своей работы. Последние пару лет я пользуюсь MacHost-ом. Если коротко, в двух словах, почему? То отвечу так. Общее впечатление и радость от работы с хостинг-провайдером складывается из мелочей. И ни на одном из предыдущих вариантов, во всех отношениях, то есть во всех мелочах, меня хостинг не устраивал. Здесь совершенно очевидно, что проделана огромная работа, что все максимально, насколько это возможно, оптимизировано. И у меня за все время ни разу не было никаких сбоев, никаких недопониманий. Мне очень нравится оперативность реакции и поддержки в случае, если я пишу какие-то вопросы, которые мне не ясны. Я не буду углубляться в детали, на это мог бы уйти целый день. Но, в общем, еще раз хочу подчеркнуть, что MacHost для меня проявил себя как очень надежное решение и оперативная поддержка. И удобство в использовании. Вещи, конечно, банальные, но они главные. И здесь это все реально есть. Я вам рекомендую, для того, чтобы узнать более детальную информацию об этом хостинг-провайдере и получить некое сравнение с другими хостинг-провайдерами. У меня есть коллега, его зовут Евгений Попов, очень известная в Рунете личность. Он организовал проект «Хостинг Ниндзя». И там вот совершенно прозрачным образом стекается статистика по, насколько я помню, это называется uptime. То есть доступность сайтов, размещенных на определенном хостинге. Плюс там куча отзывов пользователей хостинга, плюс там есть детальное сравнение и по ценам, и по тарифным планам, и по остальным параметрам. И в тот момент, когда я переходил на MacHost, он там занимал лидирующую позицию и совершенно заслуженно. Я не знаю, как сейчас, может быть, даже если эта позиция там не первая окажется, то явно в числе первых. Проект «Хостинг Ниндзя» Евгения Попова. Там очень объективное сравнение. И в постскриптуме, да, если говорить про цены на услуги хостинга, то вот MacHost, если вы увидите для себя, например, минус в том, что где-то дороже, чем где-либо еще. Так вот, во-первых, эти деньги совершенно адекватные за качество предоставляемых услуг. Во-вторых, дешево не значит качественно. И вот если бы мне удалось сразу же пользоваться MacHost-ом и не тратить свое время на то, чтобы перебирать различные другие варианты, я бы сэкономил столько времени, которое не купишь ни за какие деньги. Сейчас у вас есть возможность просто прислушаться к рекомендации и сэкономить себе время, не нажив дополнительного геморроя с пропусканием через себя кучи разных альтернативных вариантов. Правда, стоящий, хороший вариант. Искренне рекомендую.